Итак, снова всем привет, снова всем здравствуйте. Начинаю я свой очередной влог. Сегодня у нас, значит, суббота, по-моему, 14 июля. Ровно месяц назад мы поехали с Маргаритой в отпуск. И вот сегодня, значит, мы опять приехали в село Бушуиха, Вологодской области, к Маргаритиным родителям. Вот, если помните, в прошлый раз мы здесь работали, но до конца свою работу не сделали, навоз не наносили. Вот, и сразу хочется всего столько много сказать. В общем, начну пока про работу. Работа, значит, у нас сегодня будет другая. Навоз пока сказали подождать, потому что очень много поспело малины. Сегодня будем собирать малину, и Маргарита будет варить варенье. Я ей буду в этом деле помогать. Собирать, конечно, будем вместе. А навоз потом. Вот, еще что хотел сказать. И я хотел сказать, что сейчас я снимаю, видите, у меня две руки свободны. Я вдруг вспомнил, я совсем забыл, что у меня есть ведь эти, даже целых два штатива. Один у меня в Вологде, а другой здесь, так и лежал в этом, в нашем дачном домике. Вот, так что теперь я буду стараться снимать на эту камеру, значит, правильно, почти профессионально, раз камера почти профессиональная. Вот, без всяких дерганий. И еще хочу сказать, прошлый мой влог, когда я впервые снимал на эту камеру, при монтаже я там допустил ошибку. Вот, может, невооруженным взглядом это незаметно глазом, но я видел разницу между исходником, то, что у меня сняла камера, и то, что получилось у меня при монтаже. Дело в том, что я в программе Sony Vegas, если кто понимает, эта информация будет полезна от меня сейчас, эта информация. Дело в том, что в программе Sony Vegas я не изменил там один параметр. Параметр качества записи, там мегабайт в секунду. Вот, у меня там стояло 50, а она снимает 70. Вот, поэтому качество чуть ухудшилось. Я надеюсь, эту ошибку я учту, и этот ролик будет уже лучше. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Погода, сами видите, идет мелкий дождь, я сейчас даже рискую, у меня камера стоит под, ну, очень мелкий моросит под этим дождем, поэтому я сейчас долго тут болтать не буду. Надеемся, что дождик прекратится. По прогнозу, небольшие дожди, прерывистые, но небо затянуто. Ну ладно, посмотрим. Квадрокоптер тоже с собой взял, но в такую погоду, не знаю, может, даже и вообще его запускать не будем. Хотя посмотрим, что будет после обеда. Итак, все, влог начался. Сегодня будем собирать малину. Вот, значит, смотрите, сколько малины. Правда, дождь все так еще идет. Маргарита вот начала уже собирать. Я тут еще с камерой вожусь. Надо мне тоже сейчас будет это дело присоединиться к ней. Да уж, малины в этом году. Главное, такая крупная, да, Рита? Да. Гляньте, что творится. Море малины. Я боюсь, мы за эти выходные все не соберем. Надо включать. Блин, а тут еще ближе, вот тут еще полно. А в принципе, вот я сейчас, значит, этот свой штатив использую как монофото, его тоже можно использовать, причем даже можно выдвинуть еще дальше, только единственное, что он тяжелее, довольно тяжело держать. Вот, так что, может быть, я от этой своей селфи-палки и откажусь. Штатив удобно, используешь как монопод, а где-нибудь надо что-нибудь снять такое статичное, поставил его и ходи вокруг него, снимай. Вот, так что будем в этом деле развиваться. Что еще хочу сказать? Погода не налаживается. Идет то идет дождь, то не идет дождь, поэтому насчет квадрокоптера пока ничего обещать не буду. Я его взял с собой. Есть у меня мысль. Если честно, нет мысли, где полетать. Вроде я здесь везде уже летал, но хочется его еще позапускать. Вот, но погода пока не позволяет, не знаю. Мы пока собираем ягоды. Уже почти все, ну не все, но сколько нам надо собрали, чтобы сварить варенье сегодня, чтобы успеть. Вот, дальше посмотрим, что будет. Ну вот, в принципе, ягоды мы все собрали. Тут все с математическим расчетом, сколько сахара, сколько надо собрать, значит, ягод, все по чашечкам. В общем, должно получиться
5,5, может даже 6 литров варенья малинового. Очень люблю малиновое варенье. Так, и я сразу скажу, наверное, уже в этом, к этому месту я уже вставлю при монтаже. Пролетел я чуть-чуть на квадрокоптере здесь над малиной, туда-обратно. Это все, что я успел пролететь на квадрокоптере. Только успел его собрать, и опять как ливанул дождь, мы все мокрые. Но ягоды собрали. Ну как мокрые? Дождевики мокрые, да бог с ним. Вот, что будет дальше, не знаю. То, что начинается, то прекращается. Сейчас будем варить варенье, потом на обед пойдем. Пока не знаю, что буду снимать дальше, но пока влог продолжается. Ну вот, ягоды мы собрали, значит, сахару наносили. Сейчас Рита уже начала варить варенье. Дождик прекратился, но не знаю, надолго ли. Квадрик пока не буду запускать. Сейчас нас, наверное, позовут на обед. Все-таки нравится мне со штативом снимать. Теперь таскаю с этим штативом по всему этому дачному участку. Муторно немножко, конечно, с моноподом проще и легче, чем со штативом. Но со штативом зато получается качество хорошее. И можно спокойно сидеть, руки не устают держать этот самый монопод. Вот. Посмотрим, что будет после обеда. Может быть, еще где-нибудь полетаем. Пока думаем на эту тему. Картинка должна быть красивая. Красивая должна быть картинка. Кстати, вот у этой камеры, у новой моей камеры 4К, гораздо быстрее разряжается аккумулятор. Вот я сейчас смотрю свой, значит, откидной экранчик на камере и вижу, что уже из 4 одна палочка пропала, а записал еще совсем немного. Но я с собой зарядку взял. Ну, оно так и должно быть. Качество лучше, энергии потребляется больше этой камерой. Аккумулятор, может быть, куплю потом себе запасной аккумулятор. Пока, да, вот такая проблема есть в этой камере. Идем на обед. На обед идем. Ну вот, значит, пообедали мы. Все хорошо. Что хочу сказать? Хочу сказать, что погода, ребята, разгуливается. И вполне возможно, можно еще полетать на квадрокоптере. Но тут проблема одна есть. Обычно мы летаем на квадрокоптере, значит, вдвоем. Маргарита за мной всегда следит. И я к этому уже так привык, что у меня есть, значит, мой для страховки мой надежный помощник. Я даже шучу, второй пилот. А сейчас ей будет этим заниматься некогда, потому что малины собрали много, и варить ей варенье очень долго, потому что завтра мы опять утром уезжаем, и варенье надо сварить именно сегодня, за целый день до вечера. Она, наверное, будет занята на кухне, у плиты, и тут я ей ничем помочь уже не смогу. Вот, пока варенье варится, оно и варится тут никак. Я хоть прыгай вокруг него, все равно оно быстрее вариться не будет. Вот, она будет занята. Так что, если летать, то летать только одному. Это вот, пока я думаю на этот счет. Может, тут просто во дворе, так, на небольшой высоте. Но цветов еще мало. Был дождь, все цветы побило. Флоксы еще не выросли, не зацвели хорошо. Вот, чуть попозже флоксы тут будут цвести. Очень много флоксов. Вон, солнышко вышло. Так что не знаю. Ну ладно, сейчас пока, значит, после обеда чуть отдохнем. И подумаю я. Камера отлично снимает. Ладно, продолжаем влог, продолжаем. Вот так здесь набираем воду. Маргарита уже там вторую варку варит. Водичку надо ей, новую. Вот. Такие дела. Фу. Я пошел, пока. Ну, в общем, такое дело. Раз сегодня Маргарита занята, и летать на квадрокоптере не то, что нет возможности. Возможность есть, просто нет возможности с ним куда-нибудь далеко пойти. Я сегодня никуда не ходил с ним. Я его запустил здесь, возле нашего дачного домика. Как получилось? Значит, пролетел я в одну сторону, опять чуть-чуть над лесом. Там тайга такая, конца края не видно. А потом полетел обратно, опять чуть-чуть над Бушуихой, над поселком. И потом мне в голову пришла мысль пролететь, значит, над той дорогой, по которой на автобусе мы приезжаем из Вологды. Вот, там в 5 километрах отсюда, там есть железнодорожный переезд. Ну, туда долететь не удалось. Оттуда более 5 километров. Я отлетел от точки взлета. Он улетел у меня на 2 километра. Не на 2, а на
1700, и начала связь немножко барахлить, и батарея уже была чуть разряжена. Вот, так что еще 3 километра с лишним я до железной дороги не долетел. Развернулся и полетел обратно. И все это, значит, он приземлился во дворе, значит, в нашем дворе здесь, никуда я не ходил. Пусть вот такой и будет полетик небольшой. Вот, наверное, больше я квадрокоптер запускать не буду, а с камеры еще что-нибудь поснимаю. Мне понравилось этим со штативом. Я ношусь сегодня целый день с этим со штативом по двору. Уже всех родственников достал с этим штативом. Ну, вроде так. Зато картинка не дергается, все красиво получается. Хорошо, что я вспомнил, что у меня есть штативы. Итак, вот он наш результат, нашего сегодняшнего дня. Раз, два, три, четыре, пять полных банок, ну и одна не совсем полная. Ну, почти 6 литров малинового варенья. Будем есть зимой витамины. Красота. Ну вот, тут сейчас какая у нас тема? Тема та, что все варенье мы сварили, теперь надо все эти кастрюли помыть. И вот, чтобы не таскать лишний раз воду, а потом выносить грязную, это... Процесс можно делать прямо здесь. Вот, Маргарита, можешь помахать. Я выключу камеру. Все, варенье готово. Все, мы сегодня отработали. Наверное, скоро я буду заканчивать свой влог. Ну ладно, такое дело, раз такое дело, буду я заканчивать свой влог, потому что солнышко уже садится, скоро стемнеет. Завтра мы едем в Вологду, начну я монтировать этот свой, значит, второй ролик, который снимаю на новую камеру. Камера Panasonic 990, вот, которая снимает 4К. Еще надо будет потом смонтировать и политушки в 4К. В общем, завтра опять моему компьютеру предстоит большая работа.
Так, теперь немножко о планах на будущее. Планы у нас не могут, могут поменяться. Через неделю опять выйдет влог, это я вам обещаю. Но вот откуда он будет, я пока не буду говорить, я боюсь сглазить. Есть у нас одна задумка. Вот, просто не буду пока говорить, потому что еще не все от нас зависит. Есть несколько, пару нюансов. Вот, но может быть будет влог абсолютно необычный. Не отсюда, не от моей матери, не из села Шуйского. Есть у нас желание съездить кое-куда по Вологодской области, но тут не все от нас зависит. Пока не буду конкретно анонсировать, но такие планы есть. А с понедельника, да, все как обычно, игры. Это, ребята, приходите в самп, будем играть. Вот, ну, наверное, все. Опять не буду долго затягивать прощание. Всем пока, до следующих встреч. Всем пока.